Всем привет, друзья! Первое – Вертеич, второе – Аризона, Ролиплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там все это смотрите, узнавайте, познавайте. Давайте начнем. Ой, будь здоров. Я подумал о том, как я вас люблю. Всем домашним шалунам привет! Сегодня будет отлов барыг на живца по имени Ларри. Ой, вы б только знали, кого мы с ним поймали. Челику кого? Эти 400 рублей будут сниться в страшных снах. Офигеть. Но перед началом 20 секунд рекламы. Ладно. На сервисе Авито. О, Авито, да, вот это без вложений заработать себе отлично, немного денег. Просто круто. Выбирай на сайте задание классно. По той цене, которая тебе. Нет, реально отлично. Выполняй и выводи. И что потом? Себе выводи деньги, задание, да, то есть. Там реально много. А главное, что это не обман, и деньги тебе точно выведут. 5 рублей 10. Если заинтересовало, переходи по ссылке. Я думаю, можно много заработать, Вертеич. Йо, ты тут? Тут. Продашь НРГ? Привет, можешь оплатить. А я пока куплю его за валюту и продам тебе. Оплачено, брат. Я на входе. Там, где шлагбаум вертолетного рынка. Мне чуть капец интересно. Да, пацы. Я рублей 800 ща отправил барыгам. Мог бы похавать вкусно. Только вот оплата прошла, а пацанчик уже как минут 20 не отвечает. Эй, извиняй, захожу. Ты промолчал, и я вышел. Так оплачивал. Не переживай, будет бонус в виде багажника на Амото. Устроит? Да. Отлично, я захожу. Так, он тут, в игре. Ждем, бро, барыги рядом. 5 minutes later. Вон Зеленко Андрей пришел. Сына, что? Эдвард, ждай, 300к на тачку не хватает. К нему пришел какой-то бомж и сейчас попрошайничает у него деньги. Я тебе потом отдам. Этот Зеленко Андрей, он вообще не в тему сейчас. Его нужно выгнать. Уйди, пыжи! Во! Во! Альфонс Шелби! Он приехал на Energy 500! 556-й! Чекаем! Ебать! Он предлагает купить авто! Охуеть! Охуеть! Кул! Как же туха! Братуха! Здорово! Он там посидел, наверное. В общаге жрать нечего. Energy 500 подтверждаем. У него 580 лямов. Energy, Lexus. Просто охренеть. Можно хоть дом скину? На кента. Это жизненные обстоятельства. Аккаунт 2 миллиарда. Не страшно продавать было? Ну, страшно. Но кушать сильнее хочется. Капец, сколько людей. Надеюсь, он потом ему отправил деньги. Обидно. Блин, пацаны, вы меня сейчас в комментариях просто сожрете. Понимаете? Я сам не хочу выдавать ему блокировку. Достаточно было бы просто забрать у него часть имущества и отпустить. Но это прямое нарушение правил проекта. И за это прилетит мне. За покрывательство барыг. Тем более, вы просто посмотрите, сколько здесь свидетелей. Тут ему уже никак не отвертеться. Зачем же столько позвал? 135 уровень. Боже, мне так жалко его банить. Продажа за реал. Он улетает. И вот найдутся ужасно. Же умники, скажут, ты бы мог просто этот видос не заливать, простить его, отпустить. Повторяюсь, очень много свидетелей. Отмазать зачем ты свидетелей звал? Просто невозможно. Да, действительно, жизненные обстоятельства бывают всякие. Возможно, ему действительно так уж нужны эти деньги. Но вот в следующем случае все абсолютно по-другому. Итак, у нас тем временем следующий барыга. Ку. Какой? На Юми хочу купить. Часы плюс 12. Почем? 450. У меня 383 рубля. Что на них могу купить? Ну, если отзыв после покупки хороший оставите, отдам часы за 383. Гоу! Сейчас, я заказ другому человеку на Туксоне выдам и потом тебе на Юме. Лот сейчас создам. Создал. Покупатель оплатил заказ. Так, заходи. Оки-доки, где увидимся? Аренда авто. Около Баллас. Окей, еду. Аренда автобала, сам часы передадут. А вон и Джеймс Фьюри. 270. Брайан Фьюри, вот, я так и думал, Брайан Фьюри. Он и есть наш продавец. Часы. Ха, да, это он. Иди к нему. Сделка века просто. Нифига ты, Никита, мощный. Ларри подбегает к Джеймсу. Гу. А, он передает через багажник. Очень интересно. Вот. Ну, Оль, здоров. Сколько времени? Ты ж часы продал. Пацаны, бьем его. Интересно. Оп, все, забанен. А,
Ну понятно, ЧС на торговой площадке. Я зафрапсил. Что ты зафрапсил? Деньги-то тебе скинули. Ну ты же сдал меня, я-то понимаю, но зачем? Я не сдавал тебя. Ладно, удачи. И вот пока. Вы, наверное, спросите, а в чем разница между первым и вторым барыгой? Дело в том, что первый это не барыга, это жертва обстоятельств. Ну да. Ну а наш Джеймс Фьюри, в общем и целом, бизнесмен. Посмотрите просто, сколько у него товаров. Охуеть. Стоп, стоп, стоп. Хоть это так. И конец ролика, посмотри мое другое видео. Мое тоже. Вот сейчас будет вот тут вот. Да, подписывайся, Arizona Roleplay Phoenix. Много еще всего. Подписывайся на канал, много всего будет. Arizona, там, катание на собачьей упряжке, все будет. Всем пока, всем спасибо, всем всего хорошего, всем пока. Пока, 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 пока. Ролики другие.